Итак, мы поднимаемся наверх, внутри городской елки города Екатеринбурга. Сейчас идет подготовка к демонтажу. Попробуем тоже поучаствовать в этом деле. Сейчас мы находимся на четвертом уровне, всего их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. А сейчас мы находимся на предпоследнем ярусе городской елки. Немного страшновато, но не надо пугаться. Лезем вверх. Вот так елка выглядит изнутри. Состоит из вот таких вот маленьких веточек, которые крепятся к железной конструкции. Вот их легко можно вытащить, покрутить. Город выглядит вот так. Какие-то провода. Сейчас мы поднимаемся на самый верх к монтажникам для того, чтобы увидеть, как разбирают последний ярус, последние штрихи.